Красноярский экономический форум. Актуальные проблемы экономической жизни России. Красноярский экономический форум – это стратегия государственной, инвестиционной и региональной политики. Красноярский экономический форум – это решения, которые работают. Деловые коммуникации и неформальное общение. Продолжая реализацию тех проектов, которые были инициированы 2-3 года назад, мы должны будем сконцентрироваться в ближайшие 4 года на основных направлениях, на, так сказать, своеобразных 4 И. Институты, инфраструктура, инновации и инвестиции. Эффективное решение, реальные инвестиции. Повестка 2009. Институты роста. Прозрачное государственное управление. Инновации и человеческий капитал. Эффективные инструменты ГЧП. Качество законодательства и правоприменения. Стабильная финансовая система. До скорой встречи в Красноярске!